В поселке Красково открыли обновленный стадион «Электрон». Как оценили новое футбольное поле юные спортсмены, расскажет наш корреспондент. Спортсмены давно ждали этого события. Юный игрок команды «Люберцы» Марк Мабо занимается футболом уже 7 лет. За это время он соревновался на разных спортивных площадках. Новое поле на стадионе «Электрон» считает одним из лучших. Я всегда хотел искусственный газон, и вот нам сделали газон искусственный. На нем, когда будет дождь, не будет грязь, грязные разводы, лужи. Ну, даже лучше прошлого, ворота хорошие. Реконструкцию стадиона начали в июле этого года. Футбольное поле полностью обновили, постелили искусственный газон, нанесли разметку, поставили новые ворота и раздевалки. Поле хорошее построили. Новое покрытие, лучше играть в футбол. Красивый, нормальный стадион. Поле больше всего понравилось. Прикольный, тут поле очень хорошее. Для болельщиков тоже улучшили условия. Расширили трибуны, теперь они вмещают 500 человек. Обустроили дорожки для пробежки. Все для комфорта. Поэтому я пожелаю искренне всем спортсменам, всем жителям Красковья и округи здесь получить удовольствие от спорта, от общения с друг другом. Здесь вот молодые ребята, футболисты. Я искренне желаю, чтобы кто-то из вас стал чемпионом мира. Такие есть желающие? Я уверен, что вы будете чемпионами мира. В честь праздника на новом футбольном поле провели турнир на Кубок открытия. В нем померили силами 4 юношеских команды округа. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.